Книга «Открытым оком», том 14, тема «Политика», вопрос 2883. Талантливые люди с глубокой верой в будущую жизнь уходили в пустыню, и если это продолжалось не день и не два, то почему же их не вывел Господь к людям, чтобы служить им? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Выводил, но их не выведешь, потому Бог вывел, то есть истребил там монашество». Самые великие из них были совершенно глухи к Писанию и даже к ангелам, пытавшимся их вывести на проповедь. Вот один из множества подобных случаев из жизни Пахомия Великого. 15 мая. Кавычки открыты. Однажды, когда Пахомий собирал тростник для своего рукоделия, ангел Господень явился и сказал ему, цитата, «Пахомий, Пахомий, Пахомий! Воля Божия, чтобы ты служил роду человеческому и воссоединял людей с Богом». Когда ангел Господень удалился, Пахомий остался и смотрел вслед его, говоря, цитата, «Это дело Господне». Собрав немного тростника, он пошел в свое обиталище. Кавычки закрыты. Псалом 94, 7 стих, цитата. «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки его. О, если бы вы ныне послушали гласа его». Книга Иеремии 9:13, цитата. «И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их, посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их». Музейным экспонатом обиход в тепле и влажность в норме постоянно, и тем ценней, чем отдаленней год, чем больше трещин и других изъянов. Таращится на книги фолианты, потресканных икон не перечесть, трудяги-переписчики с талантом, с любым знакомство было бы за честь. О чем мы думаем, смотря на экспонаты, соприкасаясь с теневым народом? Не про евреев говорю, не надо святыню путать с инородным сбродом. Музей искусств, история страны, награбленная в залах на показ, сумели тайники чужие сохранить, есть же то, что удивляет нас. А я бродил и думал вот о чем: где души тех владельцев старины? Вот офицер, украшенный мечом, желтеют эполеты и ремни. Уже века их плоть гниет обычно, и где красавицы подкрашенные губы? Червям закуска вкусной стала пищей, не посчитайте, что сказала здесь грубо. И если не спаслись они, однако, не примирились с Богом в Иисусе, погибли от болезни, старости или в драке, прошли со смертью перешеек узкий, мытарство чем закончились у них? Не изничтожились же, покидая землю, без гонора любой герой там сник, иной расклад за лучшие приемлют. Апостолы, пророки, вхожи к нам, по книгам их, что издаем сегодня. Все прочие прошли по их стопам или гонялись за тогдашней модой. 2 декабря 2005 год, Игнатий Тихонович Лапкин.